Скажи, простите. Попробуем. И все, и на перегонки. Так еще смотрит на Димку. Такой, ну, вроде отстал. Да, да, вроде это, я первый. Че, Дим, проиграл опять немножко? Че-то я не соперничаю с ним, нафиг не надо. Понятно. Он победитель просто. По жизни. По жизни, да. Че, ты пьешь, что нет? И все, и такой же походкой ушел. Костя, дашь палочку? Ну ладно, скажи, дам, получается. Мне кажется, Костя домой уедет с собачкой. Представляешь, соседи удивятся. Константин, у вас собака, ну да. Я сам удивлюсь. Не, не переживай, мы к тебе в гости с 4 дня приедем. Чтобы уж сразу, наверняка, шок у всех. А тебе надо будет предупредить всех соседей. Да. Там такой будет спор. На самом деле задумал, знаешь, что? Частный, ну не частный, как то. Площадка, да? Нет? Частный сектор. Да, да, частный сектор. Супер. Но они очень далеко, а впереди прям лес, и там, молодец, супер.